Killing Time. Dead Trigger 2. Продолжение одного из лучших зомби-шутеров для iOS. Вторая часть пошла по пути оригинала, получив улучшение основных компонентов и стала практически идеальным сиквелом. В качестве одного из немногих выживших игроку предстоит собрать собственную группировку для борьбы с зомби и одержать итоговую победу. Игровой процесс все такой же динамичный и кровавый. Левый виртуальный стик отвечает за передвижение, а правый за наведение оружия. Огонь ведется автоматически. Врагов, как всегда, много, и лезут они буквально со всех сторон, поэтому недостатка в мясе испытать не придется. Типов заданий довольно много, поэтому цели практически всегда разные. На собственной базе можно покупать и улучшать оружие и снаряжение. Кроме того, идет накопление опыта и повышение уровня игрока. На некоторые действия в Dead Trigger 2 требуется реальное время или встроенные покупки для его ускорения. Так игра отрабатывает свою бесплатную модель распространения. Подробнее о зомби-шутере Dead Trigger 2 читайте в обзоре на сайте iphones.ru.